Всем привет, с вами Android Мир. И сегодня мы с вами решим такую ошибку, как невозможно открыть файл на Android. Найдем причину и исправим ее. Поехали. Самая банальная причина сообщения «невозможно открыть файл» — это отсутствие установленного приложения, которое может открывать такой тип файлов. Это распространяется на такие типы файлов, как PDF, DigiView, CBR и так далее. Например, форматы CBR и CBZ — это комиксы, которые не откроет первая попавшаяся читалка. Для них нужны особенные программы. Если вы не знаете, какая программа поможет вам открыть файл с нужным разрешением, просто напишите расширение вашего файла в комментариях, и мы поможем подыскать программу, которая справится с его открытием. Если файл, который не открывается, имеет разрешение APK, то проблема совсем в другом, надо понять, в чем дело. Возможно, это битый файл, поэтому попробуйте перезагрузить его. Файл мог полностью не скачаться. Попробуйте также его скачать заново. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Возможно, несоответствие требований приложения системными возможностями, то есть он просто не поддерживается вашим устройством. Или, четвертый вариант, не разрешена установка из других источников. Для этого перейдите в настройки телефона, безопасность или дополнительно, конфиденциальность и напротив неизвестные источники активируйте тумблер и подтвердите свое действие. Если ваша проблема не решилась таким образом, напишите в комментарии, чтобы мы помогли разобрать вам другие причины ошибки. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а пока, всем пока!